подошли мы уже к тупику, к кустам опять. Здесь еще немного есть этот участочек. Пройдемся по нему. Лисичка. Собрали лисичку. Дальше, наверное, не пойдем уже. Будем разворачиваться. Еще здесь глянем, вот и все. Да, здесь у нас трос. Немного в обратном порядке пройдемся, посмотрим, потому что по-любому пропустили где-нибудь грибов пару. Здесь походу местечко было. В родок грибы росли. А где именно? Не помню. Ну, походу подойдем до него скоро. Сыроежка.
Вот уже грибы перестали попадаться. Нужно поискать место посвежее. Хотя везде все уже выбрали и вытоптали. Здесь получается, что тупиком. Лес, мало кто заходит в это место именно. Вот, вот два грибка попались все-таки. Интересно, притом выросшие. Посмотрите. Вот у нас один гриб выдрался с земли на шляпке со вторым. Первый раз такое. Прикольно. Интересно все-таки срослись. За счет шляпки он и целенький. Питание со шляпки берет. Вот. Рассоединил. Все-таки интересный гриб. А вот не заметили, что с этой стороны стоит один. Здесь эти были, а здесь вот черноголовик с налетом таким сверху красивым. Посмотрим еще вокруг. Уже не видно. Хотя есть вон в центре кадра от сосны слева. Красавец, кажется, стоит. Сейчас этот почистим. Такой вот грибок. Пойдем до того сходим. Все-таки против солнца шел, так не видно было. Хотя и кепка с козырьком все равно. Ножки прочистили. Ложим ведерко. Так. Ну вот где-то он был у нас. А, за сосной он. Подходим. Красавец черноголовый. О. Почти пропустил. Завтра бы уже большой был. Красивый гриб. Посмотрим вокруг. Вот в одном месте получается 4 грибка. Больше не видно. Ну, пускай на завтра, послезавтра. Если получится, пойдем заберем, что пропустили.
Сегодня поменьше гриба вышло. Ну, полная ведерка. Вот. Мухомор. Думал, гриб. Вот и грибок под иглицей. Ой, червяков сколько там. Ножки. Походу и в шляпке червивый. Пускай лежит. Посмотрим вокруг, может, что попадется. Все-таки вечером, когда солнце пониже, лучше собирать. Не так бликует. Пройдем еще вот немного, да будем заканчивать. Ну вот, гриб попался сразу. Положим покуда так ведерко, с корнем нечищенным. Этот участок их посмотрим. Ну все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых выпусков. До свидания.